Всем привет! С вами Фокс и компания Белалим. Хочу вам представить известных в определенных кругах людей. Это у нас Альбина Мотор и Илья. Люди, чем в принципе знамениты, они старейшие велотуристы страны, наверное, так. И не только нашей страны. У ребят есть свой портал tobikers.ru. Полную ссылку найдете под видео. Там очень много интересного чтива. В принципе, ребята объездили всю Азию уже, наверное, весь юг нашей планеты, нашего континента. От каких-то популярных стран типа Таиланда до Ирана. То есть представьте себе, ребята на велосипедах пересекли весь Таиланд. Вот. Собственно, о чем это видео? На этот сезон 2017 года, мы решили заключить небольшой контракт. И мы даем ребятам в пользование велосипеды Dahon со всевозможными обвесами, тоже от компании Dahon, соответственно. И весь сезон во всех путешествиях ребята, соответственно, будут использовать эти велосипеды и делиться с нами отчетами, своими впечатлениями от велосипедов. Ну, мы наживую поймем, подходят ли такие небольшие складники городского типа для нормальных, качественных путешествий не только по России, но по странам Европы, может быть, еще какие-то страны ребята успеют захватить. Как вас вообще посетила идея начать путешествовать именно на складниках? Ну, во-первых, мы не самые старые путешественники, пока еще. Вот. И мы проехали несколько стран Юго-Восточной Азии и Иран. Спасибо большое, Степан, что так у нас кредит такой дал на весь юг на нашего континента, нашей планеты. Вот. А складники, мы просто поняли, что, например, на этот год, на ближайший, у нас очень много поездок рабочих, и они такие по цивилизованным местам. И там, где мы, например, с забросками отправляемся на самолете, на поезде, и подумали, что самое удобное. При этом мы хотим сохранить мобильность, быть еще более мобильными. То есть уширивать способ перемещения. Да, да. И мы поняли, что... То есть где-то там нужно своим ходом ехать, а где-то нужно загрузиться и, например, на пароме. Там, где, в принципе, нельзя на велосипеде. Там, на машинах, на автобусах. И мы поняли, что складные велосипеды могут быть нам очень удобны и полезны. Будем пробовать, будем смотреть за большую мобильность, еще и по городу перемещаться удобно. Ну хорошо, проведем такой условный эксперимент и посмотрим, к чему это все приведет. Я думаю, всем фанатам складных велосипедов будет интересно почитать все наши новости. Так что следите за анонсами. Я думаю, в среднем там раз в 2-3 месяца мы будем делиться какой-то текущей информацией, что сейчас у ребят происходит. Вот, может быть, сами ребята будут что-то писать, может быть, мы от себя тоже что-то будем добавлять. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наши новости. Всем пока! На связи!